На центральной площади Владивостока в последний день Масленицы прошла свадьба по древнерусскому обычаю. Теперь семейный союз Степана и Виктории скреплен не только подписями в официальных документах, но и железными узами. По традиции, как говорится, все браки сильные заключаются на небесах. Но по старой русской традиции мы можем это заковать, все сделать в кузнице. В обряде также принял участие глава Владивостока, который стал помощником кузнеца. Он пожелал новоиспеченной семье большой и крепкой любви, а также вручил подарки от администрации молодежной столицы. Ребята, любите друг друга, любите крепко. Ну а пусть жители города Владивостока благодаря вам счастливых. Жители города Владивостока становятся все больше. Отметим, молодые люди расписались в отделе ЗАГС номер 3. По словам Степана и Виктории, молодой человек сделал предложение своей невесте еще 3 года назад, однако свадьбу решили сыграть только в этом году, потому что пожениться в год семьи – хорошая примета. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на 8.